самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог, пример другим наука. Но боже мой, какая я скук. С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, Какое низкое коварство, полживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, дыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повес, летя в пыли на почтовых. Всевышней волею Зевес, наследник всех своих родных. Друзья Людмила и Руслан, героем моего романа. Без предисловий, сей же час позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы. Где может быть, родились и вы. Дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог, его пример другим наука. Но боже мой, какая я скук. С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь.